сказка о веселой, доброй и справедливой маленькой ведьме, которая нарушает все правила и идет против своего сообщества. И все ради того, чтобы стать хорошей и приносить людям счастье. Луганский академический театр кукол привез в Самару сразу два интересных спектакля. Кроме «Маленькой ведьмы счастья», самым юным жителям нашего города представили постановку «Бабушкины сказки. Красная шапочка». Эта история созданная не только для малышей, но и для ребенка, который живет в каждом из нас. И самая главная мысль в конце этого спектакля звучит о том, если у вас есть дома бабушка, обязательно попросите рассказать ее сказку. И через много-много лет это будет самая лучшая сказка на свете. Самара стала четвертым городом после Саратова, Балакова и Сызрани, в котором Луганский академический театр кукол представил свои постановки. Гастроли проходят в рамках Всероссийского концертного плана Министерства культуры России. Такие гастрольные программы позволяют новым регионам максимально органично интегрироваться в единое культурное пространство России. И это всегда возможность для артистов, которых мы сегодня принимаем на нашей площадке, показать свою уникальность, свое творчество. Для зрителей это возможность насладиться мастерством артистов-кукольников из другого театра, увидеть какие-то новые оригинальные постановки. Я чувствую мою вторую жизнь, потому как мы можем свободно дышать. Мы можем свободно общаться, мы можем улыбаться. Это важно. Уже 22 сентября труппа Луганского театра выступит в Тольятти. Затем артисты посетят Ульяновск, Саранск, Пензу, Тамбов, Липецк и Воронеж. Всего в гастрольном графике 11 регионов нашей страны. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.